В единый день голосования в Кабяйском улусе прошли выборы муниципального значения. Так, в трех наслегах Сита, Себянкель и в районном центре поселки Сангар были назначены новые главы поселений. Подробности в нашем следующем сюжете. Сегодня новый глава муниципального образования поселок Сангар Иннокентий Попов уже приступил к своим обязанностям. Ознакомился с административным органом и с текущей работой. В его предвыборной программе главной целью являлось заложение основ для дальнейшего развития поселка, достижение достойного уровня и качества жизни населения. Ну, прежде хочу поблагодарить население поселка Сангар за активное участие в выборах, ну и, конечно, за оказанное доверие моей кандидатуры на пост главы поселка Сангар. И результат своей работы именно развитие поселка Сангар, возрождение поселка Сангар, как, не только как поселок Сангар, но и как районный центр. Конечно, на вопрос возрождения угольной промышленности она остается актуальным, и, конечно, мы будем постоянно ставить вопрос перед руководством республики нашей. Да. Сейчас сангарчан больше всего волнует проблемы жилищно-коммунальной сферы, несовершенство поселковой инфраструктуры и неопределенные перспективы поселка. Ведь главный приоритет местной власти – это человек, его благополучие, самореализация, соблюдение его прав и свобод. Татьяна Владимирова, НВК Саха, поселок Сангар.